Стальной хват России. Привет большой. Ну, вообще чудо из чудес. Он с ночи у меня тут ждал, вот этот человек. 10:50, это 26 ноября, воскресенье. Я подхожу, под замерзший лежит Ваня Тихонов на пороге. Говорит, Вадим Иванович, мне надо динамометр ржать. Я хочу силу свою знать. С собой привез пиццу. Говорит, сейчас сожму 100 килограмм и съем две пиццы. А вы будете, блин, слюни пускать. Ну, давайте посмотрим. Динамометр Тарзан. Он сразу спросил, никто стрелку не упирал? Я говорю, нет. Он говорит, сейчас упрем, мы посмотрим. Давайте, Иван Батькович. Стрелочку нужно. Давай. Это первая попытка, покажем. Итак, первая попытка, 92 килограмма, сбрасываем. Вань, это просто то, что подзамерз начали, ожидая. Сейчас согреешься. Можешь подкрутить, но мне кажется, с твоими пальцами надо на максимум держать. Ну попробуем так сейчас, ради эксперимента. Левой рукой. Да, сейчас левой. Ты тяни ее, вот так, в бок иди. Я понял. И смотри, даже на стрелку можешь смотреть. Показываем. Итак, ну левая у него все равно очень такая хорошая, 90,5 килограмм. Сделаем перерыв, чтобы чуть-чуть подвосстановить. Или хочешь подряд сразу? Ну, не знаю. Давай подвосстановимся. Давайте. Сейчас паузу сделаем. Продолжаем съемки. Вторая попытка на нуле. Коля сейчас тут стрелку погнул. Мы его на видео покажем, а пока... Давайте с Ваней разберемся. На нуле стрелочка. Ну, ее можно двигать, это не страшно. Главное, она вот в этом сегменте. Пошел! Вот так вот, ребята. Вот так. Вот тоже другие дела. 96, 200 где-то. Так, это правая рука. 96, 200. Ваня гордый. Говорит, отошла. А то правая нога замерзла сильно. Вань, ты звони, если что, я приду всегда, открою тебе. Будешь здесь калибровать. Да, ключи надо сделать, калибру из пандера здесь. Поехали. Давай. Нет, не пошла. Левая. Вот левая сейчас не пошла явно, потому что либо слетела, потому что 86 килограмм, слишком большой отброс. Ну все, ребят, значит 96, мы сделаем еще, вот пиццу поедим и сделаем еще попыточку. Все, всем до встречи.